Оно происходит напрямую в системе блокчейна. Так обеспечивается необходимая среда для торговли в режиме реального времени. Пользователи внутри сети сейчас действуют как онлайн, скажем так, как онлайн-система наблюдения и контроля за каждой транзакцией. Данный проект может отследить, блокировать и сообщить о любой попытке проникновения в сеть. HRVODIX – это децентрализованная биржа, транзакции на которой проводятся за 3-5 секунд. Это сопоставимо с традиционными биржами и намного быстрее, чем на биткоин, где около 10 минут, да, все происходит, или эфириум, где время транзакции около 3 минут. Среди конкурентных преимуществ данного проекта можно выделить уже полученные и находящиеся на рассмотрении патенты, которые охватывают существующие и планируемые к выпуску продукции и функции. Это не только платформа для торговли акциями, разработчики спроектировали ее и как фронт и бэк-офис для компании. Это значит, что возможность получения консультаций, помощи в управлении активами и другие традиционные финансовые услуги здесь присутствуют. На первом этапе к работе привлечены где-то 4-5 профессиональных разработчиков, имеющих большой опыт запуска сетей блокчейн, выпуски монет, настройки, майнинги и так далее. Создатели HRVODIX используют для своего ICO эфир, таким образом повышена ликвидность собственных ERC-20 токенов. Сеть данного проекта, да, блокчейн, создана с учетом всех нужд брокерской и финансовой сферы, и на момент запуска будут использованы токены RVO. В дальнейшем они будут обмениваться на криптовалюту RVO, то есть RVO монеты. I just wanna be the one you love.